Если ты хочешь попробовать Warface, то воспользуйся ссылкой в описании. С самого начала ты можешь выбить крутой приз из рулетки, а также получишь комплект могучих магма-шлемов и не менее могучих магма-пушек. С таким набором нагибать тебе точно понравится. Добро пожаловать в Warface, братишка! Жопоболь с тремя патронами объявляется открытой. Не наговаривай на чапу, никакая не жопоболь. Моя жопоболь — это ты по жизни, Кэп. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит и Кэп. Сегодня в практическом применении будем проверять чапу. Да, на самом популярном режиме Warface рейтинговых матчей. Он где-то здесь. Пацаны, таз наших двоих хлопнули. Мне нужна поддержка. Сейчас, по-моему, здесь был, да, нет? О! Ты че, сука? Что значит отпишили, а? Готов, мой сладкий. Ваншот на изи. Мне нравится. Так. Все, ребята, быстро, не тормозить. Время победа. Вот так. А не сильно ли жирно дамажит она на таких дистанциях? Нормально. СВ-98 дамажит на всех дистанциях, никто не жалуется. Вот и здесь нехрен жаловаться. Отлично дамажит, как положено. Баланс, 3 патрона, все на гиб. Бля, ракета вылетел! Бомба потеряна. Да! Блин, нагнула, сука. Хамочка, давай! Хамочка, умница! Давай! Красавица, давай! Хамочка, топ MVP, давай! Я тебя умоляю, сольет нафиг! Не сольет! Она, девушка-то опытная! Ща все как надо сделает! Все будет по лучшему, по высшему классу, вот увидишь! Вообще нагиб! Врачевня, да не пойдут они на два, они на один любят ходить. Очень даже пойдут, поверь мне. Так оно и бывает. Да, я угадал! Даблкил где-то, чучка, да? Мышь позорная сразу в дым, как всегда, прячется. Смотри, видел, да, работает, сука! Ай-яй-яй, вот оно, патроны! Да, все-таки три патрона, да. Это три патрона, Ракутаги. Наконец-то ты это понял. Есть. Надо теперь другую позицию занять, чтобы они... Ай-яй-яй, я спалился, досадно, сука. Эх, ладно, ничего. Ха-ха-ха-ха, сука, все равно я в плюсе. Так. Опа, установлена. Опа, читы спалились. Какие в жопу читы, Кэп, блин, ТС-ка глючит, иди в задницу. Читы, блин. У тебя читы головного мозга. Ну, героид, блин, вечно тебе читы везде мерещатся. Если я резаю, не надо мешать. Ага. Да, вот так вот, сука. Здравствуй. Мастер Сплинтер, скажите, пожалуйста, а как вы это делаете? О, мальчик мой, это долгие годы тренировок и никак иначе. Гоу без камбэков. Пошел в жопу. Кэп, блин, вот ты даже не начинай вот эти, сука, не каркай. Я тебя очень прошу, никаких камбэков. Вот лучше молчи. Просто... Готово, моя сладенькая. Салат. Да. Папа скоро вернется. Так. Давай. Готов. Вот тут. Есть. Не, ну не имба. Ни разу не имба. Не имба. Слышь ты, обладатель дополнительной хромосомы, ты не резнул. Бля. Ну че, блин, разработчики, вы там синхру и 64 там делаете каких-то там тикрейты. Я вас прошу, блин, хотя бы ресы почините. Игре 9-й год идет. Просто ресы почините и все. Ты не взял. Бля, сука! Ну блин, и это почините! По плантам бегаешь, они не берутся. Людей ресаешь, они не ресуются. Какие 60 тикрейта?
Какие эти 60 тикрейт, о чем вы говорите? Просто заготовками надо нормально двигать. Это у тебя заготовки, у меня руки нормальные, сука. Все видели, вы свидетели. Во-о-о, АФК. А, понял. Он решил поднять белый флаг. Ну, в общем, подытожим. Да. Ты сыграл, как всегда. Как я сыграл? Ну, типа, нормально. Ну, типа, спасибо. Типа, пожалуйста. Пожалуйста. Я буду писать на форум, чтобы эту хрень нерфили. Это вообще так не годится ни разу. Нашел куда писать. На форум он будет писать. Да там всем насрать то, что пишет. Его, сука, по-моему, даже не читают. Это шутка века была. Я буду писать на форум. Забей, Кэм, вообще забей. Можешь писать хоть каждый день по 100 раз. Леди, джентльмены, другие подруги. Просто Кьяпа, Трипл Три, Чипл Три, Чапа, короче. Супер, мне нравится. Да, недостаток, вы видели, я пару раз умер из-за того, что тут всего 3 патрона. Но в целом, нагиб. Охрененный ваншот и дальность и темп. Считаю обоснованными. По той простой причине, потому что снайпер не имба, это первое. Второе, ну, в конце концов, извините меня, давать ваншот, как у Килтека, или даже хуже, дробовику, у которого 3 патрона, это просто неразумно. Так и да. Если данное видео вам понравилось по каким-то причинам, ставьте лайки, по желанию, яйки чешите. Обязательно без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся. Пока.